Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об одной страничке со своего сайта. Сайт называется linux-romanov.co.uk. Так как я нахожусь в Англии, давно руки, как говорится, не доходили, ну вот в конце концов то, что за эти годы удалось насобирать, такие темы. Причем, значит, я отбираю на эту страничку своего сайта то, что именно, на мой взгляд, кажется мне важно для людей. Хотя вот тут написано на название странички «Все для людей». Первое. Вода из воздуха. Значит, здесь пару видеороликов. Значит, об американце, который еще лет 10 или 15 назад создал машину для получения воды из воздуха. У него, значит, ее напросто на американское правительство украло, все его там чертежи, все что угодно. После чего, значит, он решил не заниматься борьбой с ветряными мельницами, не драться с ними. Вот. Но тем не менее, значит, вот возможности он предоставляет. Вот другой тоже замечательный человек, это испанец. Он сделал, значит, тоже гаджет, на который добывает воду из воздуха. А здесь, значит, о том, как две кенийки, скорее всего, они, значит, у него эту машину купили. И, значит, в Кении у себя, значит, обеспечивает водой людей, которые живут в очень засушливых районах. Вот. А дальше, значит, что значит? Вот здесь у меня, значит, очень интересный, значит, ролик о Гребенникове, который так и не распознан толком никем, его аппарат. Хотя, значит, он сделал аппарат еще лет 15-20 назад, при помощи которого человек мог летать без... Основан он был на внимательном изучении, по-моему, майских жуков. Все их там дело в архитектуре и так далее. Вот. Очень интересно, можете посмотреть. Также, значит, было, значит, вот у меня еще есть батарея из СССР. Ну, представляете, сколько лет назад это было? Тем не менее, значит, вот рекомендую вам это дело посмотреть. И дальше, значит, вот у меня имеется, значит, несколько видео, посвященных моему любимому автору Рыбникову, к сожалению, недавно ушедшему от нас. Вот тут как, что такое русский счет, как правильно научиться считать. Ну, это глубоко русский человек, скажем так, русскоязычный, очень нетривиальный. Ну, я его очень люблю. Ну, и вот на закусочку. Это, значит, об изобретателе двигателя Шкондина. Шкондин, по-моему, Василий Васильевич. Значит, как только у него не пытались украсть его изобретение и перепродать, а вот ничего ни у кого не получалось, потому что он знает некоторые,
скажем так, ноу-хау, секреты. Вот. И, значит, здесь вот у меня есть ролик, очень длинный, там чуть ли не на 3 или 4 часа. Ну, можете его смотреть избирательно. А так вот, в частности, можете посмотреть ролики о двигателе Шкондина. Вот. Это человек, который может практически решить проблему там, с экспортом там, газа, там, нефти и так далее. Почему? Потому что он сделал колесо, для которого не нужно ничего этого. Вы можете себе представить? Вот для кого интересно, значит, можете почитать. Значит, опять-таки, глубоко русский человек, и опять-таки, как и многие авторы, корпорации пытались ну, просто-напросто своровать у него его изобретение, но ничего у них тут не получилось. Вот. Можете посмотреть. Я не хочу там много там об этом говорить. Вот под роликом пишите, что вам больше понравилось. Вот. Какие-то темы интересные вы посчитаете нужными. Значит, ну, под роликом дайте ссылку там или напишите. Просто вот здесь я попытался собрать то, что именно лично меня интересовало темы. Значит, как получить воду из воздуха, как получить, надо будет, еще где-то у меня были там ролики, электричество из воздуха. Вот, затем, значит, вот огребенниками рекомендую всем посмотреть уже ролику, по-моему, лет 15 или 20. Вот. А вот человек-то на обыкновенной, как говорится, тумбочке летал, а съемки-то натуральные. Вот как он это делал? Безо всего. Ну, в общем, моя страничка вот здесь посвящена именно тем людям, которые, как говорится, озаботились не своей, как говорится, там, выгодой, деньгами, а именно, вот именно то, что годится для людей. И вот у меня есть еще отдельная страничка, значит, сейчас я посмотрю, вот. Это, значит, вот учитель Шаталов. Так вот, значит, вот этот человек, ну, который практически из двушников делает пятерошников, помогает, значит, безболезненно сдавать значит, эти ЕГЭ-экзамены. Тоже, к сожалению, ушел человек из жизни, вот, Виктор Федорович. У него, значит, вот есть такая вот так называемая школа, где в Донецке, в котором, значит, он последнее время жил, и он принял гражданство Донецка, Донецкой республики. Вот. И до конца дней оставался гражданином ДНР, Донецкой Народной Республики. Так вот этот человек, вот можете представить, что вот он сделал практически из обыкновенных учеников, традиционных там двушников, троечников, вот, он пользовался методом соленого огурца и делал из них практически людей, которые сдавали все и все на пятерки. А метод у него очень простой. Соленый огурец. Если в банку с рассолом вы поместите, значит, огурцы, то через какое-то время даже самые, как говорится, толстокожие огурцы становятся солеными. Так и здесь.
Так вот, в Индии, в маленькой стране с полутора миллиардами человек, а можете представить, что есть и его школа. Вот как высоко оценили люди в Индии вот такого знаменитого учителя. А в Советском Союзе он подвергался всяческим нападкам, комиссиям, и каких гадостей только ему наше любимое правительство не делало. А вот он взял, как говорится, и сделал свое дело. И сделал свое дело до конца. Делал его честно. И у него очень много учеников. Вот, вот такая вот страничка, значит, вот есть. И я, значит, вот все это вам дело, значит, рекомендую. Значит, учитель Шаталов и вот все для людей. Вот посмотрите, поинтересуйтесь и напишите свои отзывы. Может быть, что-нибудь тоже что-нибудь такое вот мне там пришлете. Ну, буду вам благодарен. То есть вот это не просто какая-то там реклама, а именно вот то, что работает. Вот. Ну ладно. Значит, вот в частности, такой вот экскурс по парочке страничек моего сайта, а можете иметь, как говорится, себе на заметку. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.